Любой навык владения велосипедом полезен. Будете использовать хорошо, не будете, но может быть когда-то пригодится. Будем закидывать колесо на медленной скорости, высокий бордюр. Подъехали, километров 5, час 7. Включили пониже передачку и закинули. Тот же самый принцип, что и на стриде, просто бром чуть длиннее, ну как на обычном велике. Движение ноги вниз. Вспоминайте детский велосипед. Не детский, а велик из детства, каму. Как вы козлили с места, резко крутанув, и он вставал у вас на дыбы. Вот вам надо сделать то же самое. Только не бойтесь его опрокинуть, это невозможно уже. Просто колесо поднимется и все. Не надо дергать руль.